Да не сможешь. С парнем? С парнем. Запрыгнул. Ну ладно, круто. Ребят, вы главное не забудьте размяться. Мы что сюда разминаться пришли? Мы уже размялись. Вот чё? Именно. Мы тоже так можем. Да, не очень-то он и крутой. Ну, тогда назовите мне самое главное упражнение в гимнастике. Отжимания. Ничего вы не знаете. Смотрите и учитесь. Ходить мы тоже умеем. Вы могли не знать, но я гимнастикой уже 10 лет занимаюсь. Ага, а я бальными танцами 10 лет занимаюсь. Че, реально? Нет, это для шутки. Вы смотрите сюда. Ну, круто, конечно. Ну, вообще, получилось, но... 10 лет, и все? Да, этому соскоку 3 года обучаются. Чего? Мы вообще тоже так можем, вот... Опа, соскок. Мы что, тоже своего рода гимнасты, да? Да. Вы не гимнасты, вы эти коряги. Для гимнастов грациозность нужна, а у вас ничего этого нету. Мы как тоже это? Вообще-то грациозные, вот, смотри, цапля. Вот, и сейчас мы тебе вообще докажем. Пойдем. Пошли. Я тоже много чего могу. Смотри. Опа! Видала? Да так каждый дурак может. А вот так вот. Дима, скажи, грациозно? Месье, вы сама грация? Да у вас грация картошки, а не кошки. Чего? Ты сама хоть что-то можешь? Раз ты такая профессионалка, тогда давай, подучи нас. Ну ладно. Хорошо, чему-нибудь вас научу. Бездарности. Смотрим внимательно, показываю только один раз. Прыгаем, причем высоко прыгаем, а потом... Ух, я вам сейчас показала, как делать не нужно. Вам нужно прыгать в 2 раза выше, чем я. И там всякие разворотики делать, и красиво вставать. Записали. Балаболка. Верно. Эй, чё? Вы там вместо того, чтобы говорить, лучше начинайте учиться. Один батут для тебя, другой для Димы. Выше! Выше прыгаем! Да погоди! Еще выше! Где стойка? Вы что, не можете нормально прыгать? Мы поэтому пока что только тренируемся. Разминка закончена. А, наконец-то. Какая еще разминка? А теперь переходим к основным упражнениям. Мы здесь уже 3 часа прыгаем. Это было как одно основное упражнение. За мной. Это, кстати, не вы прыгали, а батут вас вверх поднимал. И кубики уберите за собой, а то раскидали лодыри. Она еще нас лодырями называет. Ага. Че она себе позволяет? Тоже мне гимнастка нашлась. Тренера она, видите ли. Идите, иди сюда. Каждый уважающий гимнаст должен проходить по брусью. А так как вы еще новички и вам это будет сложно, вы будете идти по канату. А че по нему идти-то? Это же проще простого. Любой ребенок с закрытыми глазами пройдет. А, ну как скажешь. А, ну... Давай, иди. А, да я не ребенок же, я взрослый. Взрослому тяжелее. Ты за свои слова хоть отвечать умеешь, а? Никит, ну скажи. Правильно, правильно. Отвечай. Давай, давай, закрывай глаза. Начинай. Так, это тренировочная. А, это не считается. Это так же нечестно. Пусть учится. Аккуратненько. Да ну, это канал какой-то кривой. Вот видишь, я же говорила, что ты ничего не сможешь пройти. А вы еще не хотели заниматься под моим руководством. Да нет, Дима прав. На самом деле это просто дурацкое занятие. Да. Ты лучше научи нас реально чему-то полезному, чему-то крутому, а не вот этому вот детскому саду. Что ты такое говоришь? Она разве нам учитель? Мы и так все умеем. Пойдем отсюда, Никит. Угу. Да куда вы пошли? Вы без меня вообще ничего не сможете. Без тебя не можем. Да мы вообще все можем. Ты вообще что за гимнастка такая? Я не знаю, вот это бревно изящнее тебя. Да вот именно. Пошли. Блин, ну я же стараюсь все-таки.
это да! Вот кто меня гимнастике научит. Как думаешь, оно вообще со Светой не жестко? Да нет, ты чё? Не жестко, конечно. Ну да, я тоже так думаю. Хотя, о, подожди. Ну, может быть, и жестко. Переборщили. Подожди-ка. Чё? Мне кажется, вряд ли мы переборщили. А, смотри, она уже с кем-то там общается. Друзей себе новых нашла. А о чем они, интересно, разговаривают? Света! Свет! Света! Это она нам? Типа, отвали нам, говорит. Ага. Мы не друзья, а он кто? Будем разбираться. Пойдем. А еще я умею делать соскок. А, Света, здравствуйте. А вот, что вы тут делаете, да? Это вы что сюда приперлись? Я вообще-то нашла себе персонального тренера по гимнастике, правда? Ну да, наверное. Если она тебя держит в заложниках, моргни два раза. Чем ты пахнет, ты не чувствуешь? Завистью пахнет. Ничем не пахнет. Пойдем от этих лузеров. Дим. Что, Никит? А по-моему, кто-то тут нас испугался. Угу. Кто испугался? Мы испугались? Иди сюда. Это мы испугались, да? Угу. Да, тут перед вами два полноценных гимнаста. А, ты про нас, да? Согласен. Нет, Дубина, я про себя и про своего тренера. Да что вы вообще можете? Максимум, что умеете, это зарядку по утрам делать. Да мы сейчас за секунду сальто сделаем. Раз, два... Три, видали? Что вы сделали? Это он прыгнул. И то кое-как. Мы тем более тоже так умеем. Давай, Дим. Один, два. А чем мы вообще своими талантами будем перед вами понтоваться? Да, у нас на вас времени нет. Ой, времени у них нету. А давайте поспорим, чья команда лучше и быстрее пройдет вон ту трассу, та команда и круче. Команда, которая проиграет, будет все это убирать. Окей, давайте. Сейчас мы подготовимся. Полчаса. Не-не-не. Полчаса мы вам на подготовку даем. И встречаемся у старта. Идет. Пошли. Да елки-палки, ты в моей команде. Пошли. Не надо тебе с ними тусоваться. Крутые мы, да? Ага. Ты, конечно, шутки шутками. Ты видел, как он сальтухи крутит? Видел, и что? Сальтухи что, силы дают? Там вообще-то полоса препятствий. А мы с тобой ловкие. Проворные. И к тому же хитрые. Пошли. Ну, это нам точно нужно. Давай. Вот так вот. Красава. Маловато. Первое упражнение, которое мы сделаем, это мостик. Давай попробуем. Вытягивай руки наверх. Первая идет голова. И аккуратненько опускайся. Опа, умница. Раз. Чем это они там занимаются? Соня на мостик встает. Может быть, секретная техника? Давай повторим. Давай. Два. И поднимаемся. Ух ты, классно. Молодец. Давай, Дим, на мостик ты первый. Почему я? Потому что... Ну ладно. А я тебя страхую. Давай, давай, страхуй. Нормально страхуй. Нормально страхую. Давай, давай. Держись. Да. Куда это они пошли? Никитос. Блин, ну и мостик у тебя кривой, конечно. Не повезло мне с командой. Так, ставь руки. Пойдемте дальше. Куда она пошла? Давай за ними. Тихо, куляйся. Катимся, катимся. Вроде не заметили. Мы виспалены. Я нормально пока прыгаю? Ух, фу. Как вы думаете, у нас вообще есть шанс выиграть этих заносчивых ребят? Да мы их сделаем 100%. Мне вообще кажется, что у нас есть все шансы победить этих пацанов. Кого она там сделает? Что-то мне кажется, она недостаточно тренируется. Я предлагаю ей испытание настоящее устроить. А мы устроим. Пошли. Готов. Ага. Вы что творите, а? Опа. Ну что, Света, где твоя грация-то, а? Что, не можешь? Лови. Давай, Дима, обезьянья лестница, быстро. Опа.
Вы две обезьяны, ну кыш отсюда! А теперь трехочковый! Вот и валите отсюда, лузеры! Слушайте, а я так подумала, а может вы мне что-нибудь покажете, что вы умеете делать? Что это у вас тут такое? Какие-то дилетанты, да, Дим? А ну-ка, я сейчас попробую. Эй, так нечестно! Слышь, Дим, они нас здесь пранкуют. Думают, сойдет им с рук. Но мы вам на трассе еще покажем, кто здесь короли гимнастики. Хватит злиться, картошки вы облуплены, вы ничего не умеете. Кроме того, чтобы пранковать и издеваться над кем-то. Ой, эти пустые слова ничего не доказывают. Докажет ничего. Все трасса. Для нас не знать. Это не я. Все чаще говорят, что YouTube перестанет работать. Чтобы нас не потерять, скачиваешь приложение Рутуб, набираешь в поиске Луномосик, жмешь на любое наше видео и жмешь на кнопку подписаться. А ну-ка, Дим, сыграем-ка в баскетбол. Что вы делаете? У вас есть голова или как? Мы играем в баскетбол. Да, сейчас будет трехочковый. А что, не имеем права, что ли? Ох, как это он. А мы что, у нас еще есть? Мячи есть? Ребят, ну хватит, вы достали мешать нам. Я смотрю, вам делать нечего. Тогда пойдемте на трассу. На трассу? Вообще, мы всегда готовы. Проще простого. Ну тогда ваша команда первая проходит, а потом мы с тренером. Так и будет. Спокойно. Погнали. Свалили отсюда. Вот она, наша мега жесткая трасса. Она состоит из 4 этапов, которые мы будем проходить на скорость. Она создана для настоящих, жестких экстремалов. Ну, то есть для нас с Димой. А вопрос, а как мы будем трассу проходить четвером, что ли? Что за глупые вопросы? Вот именно. А как? Как? Все вам объяснять легко. Первый участник проходит первые 2 полосы, и вот здесь, на середине всей трассы, передает эстафету второму участнику, который проходит оставшиеся этапы. Кто первый дойдет до финиша и прыгнет на красную кнопку, тот и побеждает. Ну, я предлагаю всю эту трассу проходить на время. Окей, кто быстрее, тот и красавчик. Точнее, чья команда быстрее, те и красавчики. А проигравшие будут убирать всю трассу на место. Окей, по рукам. Дима. На старт. Внимание. Марш. Дима, я бегу. Так, ловушка, как учили в кунг-фу панде. Главное контроль. Никита, я в тебя верю. Я в тебя тоже. Время, беги. Точно. Раз, два, опа, пошел. Я справился! Давай! Здесь подстав куча! Давай, через! Сошел! Так, давай! Ага! Тут что-то узко. Сверху надо было. А, точно. Сверху. Ой. Упади, пожалуйста, просто упади. Только упасть и все. Он упал. Так. Не важно, что он упал. Главное, что он поднялся. Красава. Никитос, я на финише. Все, я на финише, Никитос. Все.
Все, мы точно победили. Сколько там времени? 2 минуты 35 секунд. Красава! Просто мы лучшие! Мы вообще просто монстры! Заспидранили эту трассу! Ребят, вообще-то улитки ползают быстрее. Ой, мы посмотрим, как вы эту трассу пройдете. Конечно, да когда еще не проходили. Засекай время. Готово? Да. На старт! Внимание! Марш! Время пошло! У тебя ничего не получится, ты не справишься. У меня бабушка быстрее бегает. Че, Света так быстро идет? Она че, реактивный колпот надела? Офигеть, он крутой! Ага. Это мой тренер, не ваш, а мой. Мне кажется, что даже не стоит говорить время. Уже понятно, кто из нас проиграл. Ага, размечтались. Может... Увидели, что у вас время больше, и сразу, может, не будем говорить. Минута 31 секунда. И 13 миллисекунд вообще-то. Угу. Короче, идите все убирать. А мы пока пойдем еще немного позанимаемся. Вот это вот все? Да, вот это все. А так не пойдет. Да. Мы готовы вам реванш кинуть, да. Может, вам просто повезло. На этой же трассе. Реванш... Реванш нет. На этой же трассе скучно, особенно второй раз. Ну, давай что-нибудь другое. О, я знаю. Давай вот на этом бревне твоем любимом. Ты же говорила, ты профессионал, 10 лет занималась. Или ты что, струсила? Кто? Я струсила? Да на этом бревне вы в подметки мне не годитесь. Вот давайте так, вы тут все уберете, потренируетесь и через годик увидимся. Какой через год? 5 минут и будет реванш. А пока что небольшой расход. Куда? Я сказала убираться. Блин, Дим, ты же понимаешь то, что если ее тренер сейчас поднатаскает, то мы ее на бревне точно не выиграем. Угу. Тренер — это обуза для нас. С ним надо что-то сделать. А че? Нейтрализуем его давай. Как? У меня есть план. Давай, играй. Все, готов? Давай. Зови его. Все, отлично. Извините, пожалуйста, тренер, а можете помочь там вот куда вот этот вот мат относить? Вот это вот бревно, его помогите, пожалуйста, унести. Вот это бревно? Давай. Отлично! Так-то. А вы что делаете? Что вы делаете? Вы ничего не несете, я пока мат закрою. Где же эти маты лежат? Что вы там делаете? Да вот, вещи ненужные убираем. Да-да. Пойдем. Отличненько. Пошли выигрывать. Свет, ну, мы готовы. 5 минут уже прошли. Угу. Ребята, вы не видели моего тренера? Нет, не видели. Видели, да. И где он? Он мне только что начал рассказывать самое основное и ушел. А он уже домой ушел. Да-да, куртку надевал. Что сказал напоследок? С этой девочкой, со Светой. Да, ее невозможно тренировать. Невозможно обучить. Чего? Да-да, так и сказал. Ну и чтоб с позором не уходить, ушел сейчас. А как я вообще без тренера? А, мы ничего не знаем. Вот давай сейчас, вот один на один раз тренер ушел. Ты против Никиты. Кто последний с бревна упадет, тот не убирает зал. А кто первый упадет, тот убирает зал. Ну ладно. Сейчас. Ты же 10 лет занималась, у тебя по-любому получится. А пусть мне Дима опору даст, чтоб я встала, как тебе помог. Ничего не знаю, у тебя должен быть твой тренер. А где он? Дома. Ну, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3, поехали. Все, я стою уверенно, мне отлично вообще. Да, Никит, мы ее сделаем. Так, стою. Блин, Дим, а это сложнее, чем я думал. У тебя нет выбора, стой. Ты что делаешь? Иди. Бревно с ее стороны пошатай. Сейчас. Стою, стою. Ах,
Никитос! Красава! Дима шатал бревно! В смысле? Кто докажет? Да. Ну, у тебя тренер, тогда и одно. Никто не видел. Ах, вы сырники вонючие, вы что меня обманываете? Нет. О, вот так проиграла сразу на нас. Давай, давай, иди вон зал убирай. Тебя целый зал еще ждет. Угу. Тренер-то тебя бросил. Иди сюда. Я вам сейчас наваляю. Значит, домой он ушел, да? А тренер вернулся! Ого, вы вернулись! Круто! Мы упали от него! Мне кажется, он злой! Он сюда! Помоги!